Привет всем, мы с вами продолжаем играть в Хой 4. По нам уже в прошлой серии даже бомбили ядерными ударами, я так правда еще и не понял, или это Испания нас бомбила, или какие-то союзнички. Не хотелось бы, чтобы это были союзнички, хрен с ним, если это Испания, мы ее тут все равно один хрен подожмем. Так, у меня тут осталось передвижение одного лишь танка, поэтому я его ждать не буду. Давайте-ка атакуем противника. Войска отдохнули, пополнили снаряжение. Так что теперь мы должны бодрячком-бодрячком пройтись. В том числе и по союзникам. Союзники сейчас представляют наибольшую опасность. Ось представляет опасность меньшую. Вот такие вот дела, друзья. Так, я смотрю, здесь уже высадились, сволочи американские. У меня тут уже есть Ватутин, сейчас мы его отправим. Давай, вперед. Сдерживать будешь атаки. Пока мы остальную планету очищаем от мерзости. Тут вообще в Африке, я смотрю, войск нету. Тупо можно захватывать территории и не опасаться. Так, и вот здесь что у меня творится. Надеюсь, никого тут не окружат. Так, что у меня тут? Все хорошо. Сейчас мы их всех отрежем от снабжения. В котел, в котел. К япошкам надо будет заскочить. Хорошо, пошли. Сам взяли. Сюда пойдем. Сюда идем. Давай-ка. Тут даже войск нету сопротивления. Уже всех перемололи. Все сильные армии. Так что остались одни сопельки. Ну, испанцев давим все-таки посильнее, да, чем тех же союзников. У них покруче барахло, наверное, будет. Тоже вон, смотрите, сколько высадилось, целая куча. Откуда взялись гады американские? Давайте посмотрим. Резерв и один этот. Ну, один хрен. Против нас им пока ловить нечего. В авиацию выйти нормально. Тут что-то плохо у меня с единицами. И уже прекратить бы войну с осью окончательно. Дальше заняться союзничками. Тут вот Италия вообще сидит, это жесть просто. Давайте как-нибудь помиримся, что ли. В итоге, конечно, помедленней процесс, но там и войска другие совсем. Ну, так, тут уже мы разорвали этих. Сейчас дойдем сюда.
конца. Все вычистим. Все вычистим от нечисти. Очередное морское вторжение. У меня уже мало здесь подлодок осталось. Надо бы его вернуть обратно. Пусть тащится туда. Плохо все идет. Так, ну чё, восстановительный процесс прет или нет? Блин, до хера всего осталось. Все равно. Так, проект БИС. Вот я его, наверное, и буду скоро строить. Так. Линкоры. Таких. Да, тут остались буквально несколько метров, и потом вот сюда перейдем, быстренько всех союзничков здесь задавим, что они аж офигеют. Так, здесь чё? Готов? Нет, ещё танки едут. Ощущение, будто там вот за Иль-де-Франсом еще что-то нарисовано. Очень мало самолетов у нас. Совсем все плохо. Так, и какой у меня там ресурс кончился? Хром.
Chrome у меня применяется как раз вот на кораблях. Да. Кого будем закупать? Уже придется год свой подождать. Так, а может заменить пока на что-нибудь не хромированное. Все равно хром требуется. Тяжелый крейсер. Давайте пока тяжелый крейсер строить. Наступайте, наступайте. Так, тут мы уже почти полностью закрыли. И сейчас надо фронт уже вниз так вот двигать. Сюда ходите. Давай уже атаковать и не парься. Так, Жукова, наверное, сюда отправлю. Пусть уже отсюда наступает. Оккупацию уже сколько можно держать? Хоть бы войну кто предложил закончить. Нет же, придурки. Так, что у меня там еще можно улучшить? Современный танк. Сверхтяжелый у меня, по-моему, полностью улучшен. Вот сверхтяжелый 7А2. Можно, конечно, максимум скорости ему добавить, но это нахрен. И что у нас еще? 54. Вот. Тоже скорости нет. Следующий кто? Сушечка. Так, где у меня Су? Вот она. Отлично. 1000 единиц уже есть. САУ, точнее. В принципе, уже можно добавлять в войска. Давайте сюда мы. Ха, хрен, да? Так, 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 так. Как же быть? Сюда механизированную пехоту. Это мы тогда
Меняем на тяжелые. Современная ЗСУ. Современная САУ сюда пойдет. Потом ЗСУ можно сюда закинуть. Так. Сюда мы отправляем. Так что ли? Так, сбросим. Еще раз надо переделать маленечко. Современный танк, средний танк, легкий танк. Легкий. Здесь у меня моторизированные. Мы тогда вот здесь ставим так. Здесь тогда вот так. Здесь тогда будет у меня САУ одна и ЗСУ. Так. Легкие танки вообще будем менять потом. Так, что у меня на складе? Так, автотранспорта хватает. Тяжелых танков хватает, легких дофига. Так, средние танки тоже хватает. Т-44. Основной танк. Тоже вроде бы хватает. Давайте еще раз заменим. Сюда современный танк. Тяжелый. Здесь пойдет современная техника. Здесь... средний танк. Наверное. Да, давайте сюда средние танки. Вот так. Или нет. Или вот так. Так, сюда наоборот. Вот здесь будут у меня средние танки. Здесь современная ПТ-установка. У меня их мало, трофейные все. Просто современный танк ставим. Так, в принципе, можно вот так сделать. Отлично. Так, крупный десант готов. Это очень хорошо. Ну, сейчас вообще мазь пойдет. Так, бронетранспортеров.
дикая нехватка. Ну, не дикая, а так, 1400 не хватает. Основных танков не хватает, современных САУ не хватает. Всех тяжелых не хватает. Ну, до хрена чего не хватает. Зато этих моторакет можем, кстати, еще добавить. Хотя уже тут и некуда их добавлять, так, пусть туда будет так. Так, Испанию уже почти полностью освободили. Это хорошо, как у нас тут обстоят дела. Я смотрю, у меня тут войска полностью... О, это кто тут? Это уже австралийцы. Весело. Так, давайте тогда тут менять планы. Все. Все планы меняем. Так, как ты у нас пойдешь? Пойдешь ты у нас вот так. Ну, так, до Монголии. Выстраиваемся и лупим, лупим следующим образом. Смогу, не смогу так дотянуться. Сразу же французская Испания капитулирует. Легкие танки, нифига, 6500, офигеть, это отлично. Давайте остатки здесь возьмем. Так, Жуков. Так, все, взяли Испанию, друзья мои. Это очень хорошо. Опять типа лишние заводы появились. Даже не знаю. Пихать уже некуда. По идее, БТРчиков мне надо. Больше. Это у меня все строится, все в основном идет на пехоту. А вот самолеты, да, нуждаются. Я вот думаю, как сейчас армию Тухачевского мне высаживать в Африку. Остальными-то дивизиями мы, наверное, тут разрулим. Так, ну чё, попробуем. Морское вторжение. Так.
Охренеть, 252 дня. 72 дивизии. Ну, пусть готовятся. Так, у меня, по-моему, было побольше фабрик. Что Рейнск, ну, полностью вот эта вот тема, по 15 штучек было. Что-то, блин, не хватает. Так, ну чё, двигаются? Двигаются, красавцы. Пущай. Так, вот оно, где еще наступление у нас идет. Ну ничего, у меня там есть дивизии для подстраховки. Так, например, вот эту, кстати, тоже дивизию я здесь оставлю. Всякий пожарный. Так, пусть выстраивается там. Так, и давайте сюда выдвигаем Ватутина. Стопает. Ну чё, вы будете брать этих гавриков или нет? Давайте вот так. Солдату на каждый порт как минимум ставить придется, чтобы не было высадок. Либо ломать порты. Смогли взять. Офигеть. Просто не встать. Отлично, отлично. Здесь мы вообще молодцы. С этой стороны хорошо идем. Скоро всех уничтожим. Вплоть до Индии. Пройдемся. Гады наступают еще.
если всех сможете. Так. Ох, так, здесь я смотрю, гады пытаются пробить. Нифига у вас не получится. Америкашки поганые, а? Вот же, блин, везде залезут без меня. Офигеть, смотрите, сколько он сюда людей умудрился засунуть. И лень ему терять тут целую кучу дивизий. Надо посмотреть, сколько там уже америкосы потеряли. А, ну да, это я тут защищаюсь. Так, а здесь нападаем. Что там америкосы? Давайте поглядим. Соединенные Штаты больше всех потеряли. Вот же дурни. Сидели бы у себя тут за бугром и ус не дули. Но дивизий все равно у них много. Все уже, все улучшено. Все, что можно. Молодцы. Так, а тут уже, по-моему, мои. А нет, хрена, это Вишенская Франция. Так, здесь мы всех взяли, здесь сейчас тоже уже берем. И посмотрим, как удастся через 252 дня, офигеть, Тухачевскому высадиться в Африке. А тут я смотрю, что-то нас... чпекают, да? Давайте пока приостановим наступление и просто постоим. Окопаемся. А то так и не хватит нам сил. Тем более вон еще. Войска не прибыли. Пусть тащатся тогда. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.